такой вот странный звук от Ильи доносится. На самом деле, пришли к нам музыканты в гости нас поздравлять с нашим профессиональным праздником. И, конечно же, я их представлю прямо сейчас. Это Нико. Доброе утро. Который играет Доброе на утро. Таком вот инструменте замечательном. Который я отобрала. Лира Севен, певица. Так. Доброе утро. Доброе утро, доброе девочки. Утро. Как настроение? Настроение супер. Кстати, вас поздравляем с праздником. Спасибо большое. Да. Приятно. Такие красивые, как всегда. Как всегда. Ну, да, вот прям растерялись мы. Нам не говорили давно комплиментов, да? Очень давно. Девочки, ну мы вас пригласили, конечно, в первую очередь, потому что нам интересно ваше творчество. Вы как являетесь сестрами, да? То есть вы чувствуете друг друга. Но, насколько я знаю, вы все-таки в творчестве работаете отдельно. Да. Расскажите, пожалуйста, о себе, каждой по отдельности. Я, наверное, передам инструмент, чтобы не смущать человека. Это все принадлежит Нико. Итак, девочки, с чего началась ваша творческая карьера? Ну, вы, насколько знаете, я уже давно пою, закончила консерваторию. Потом какое-то время выступала в Малайзии, во Вьетнаме, в Турции, как говорится. И на данный момент по контракту выступаем в Турции, как бы постоянно. Каждое лето? Да, каждое лето на 6 месяцев. На контрактной основе. Вот. Ну, вообще, этот контракт она нашла, а потом меня подтянула. Ну, я знаю, Нико, у вас целый бенд есть, целая группа, в которой вы являетесь солисткой. Да. Солистка Black and Blue группа. А вообще, компания называется Bad Production, там 75 человек. Да, это большое, да. И там у нее как бы 5 человек, она солирует, у нее своя группа, турки. Тоже. Но мы с ними на английском общаемся, мы турецки почти что, можно сказать. То есть ваши, скажем, коллеги? Участники, да, коллеги, они не русскоговорящие? Нет, они турки, но мы в основном общаемся на английском. Девочка, хорошо знаете английский? Да. Нормально, не пропадем вроде. Так, Лира, ну я знаю ваше творчество, у нас такая эпатажная девушка. Начинала свою карьеру. Ну вот все равно были же все-таки люди, которые осуждали творчество. Очень часто. Да и вообще... Как у вас программа была до нас про депрессию, как раз и депрессию я тоже прошла. Ну, как бы не сдавалась, всегда старалась. Держать свою марку. Да, держать свою марку, и все, вроде преодолели, все нормально. А что сейчас, девочки, какой у вас творческий период? То есть хорошо, вас в Турции знают, да, по контрактам выступаете, работаете здесь. Есть ли у вас своя когорта фанатов? Да. Планы какие-то впереди музыкальные. Концерты. Да, кстати, про концерт. 20 декабря у нас в драмтеатре концерт. Конечно. Ну, скорее всего, папин авторский концерт. Да. Как Друбая Урманбетова. Мы как бы тоже поддерживаем его. А в марте, наверное, уже сольный концерт. Ну а как ваш отец относится к вашему творчеству, к вашим контрактам? Все-таки это поездка за рубеж, находиться там. Прекрасно. Он сам лично нашего босса знает. Да, потому что приезжал с мамой, они вот прям отдыхали в Риксосе, и как бы они все знают, как, к чему там. Мы же то есть полностью доверяете? Да. Доверяют, потому что они сами уже увидели своими глазами. А в вашем творчестве как-то ваш отец влияет на ваши композиции? Конечно, бывает, конечно, еще как. Например, если на кыргызском языке, тогда он, конечно, некоторые песни он сочиняет, некоторые песни, конечно, я не люблю, которые он сочиняет. Скажем, я свое уже как бы добавляю. Вот. И, допустим, сейчас вот концерт 20-го, да, там уже более отцовские композиции, куда нам не стоит лезть. А потом уже в марте уже свое, там уже как бы в шоу-программу думаю. Ну что, друзья, ждем марта и сольный концерт девушек. Да, я предлагаю так. А на данный момент 20 марта. Полностью такой большой состав. Девочки, ну я предлагаю, чтобы вы нашим зрителям, собственно, продемонстрировали то свой талант. А с чего начнем? Какая будет у нас звучать? Хорошо, да, сыграем. Давайте. Такой необычный красивый инструмент. Здесь все подсветить можно как-то. То есть можно выбрать цвет подсветки? Ну, да. Ну, ночью он лучше, конечно, светится, но сейчас в день. Хорошо, давайте попробуем что-то на нем сыграть. Вообще, мне было, конечно, интересно устройство ККА, потому что я привыкла видеть его в таком традиционном виде. Давайте, наверное, теперь посмотрим, как звучит такой модернизированный. Thank you.
Браво! Девочки, а никогда не хотелось что-то сделать вместе? И вот, кстати, вопрос к Нико, раз ваша сестра поет, вам не хотелось петь? Да, я пою. Тоже поете? Да. Ага, здорово. Но не сегодня, так сказать. Да, не сегодня. Но я буду надеяться, что все-таки будет. В скором будущем, да, мы ждем вас в нашем эфире с песней уже. Да. Совместные работы, девочки, есть у вас? Ну, есть в планах. То наверное. Есть еще вы ничего не создавали вместе? Вдвоем нет. Вдвоем нет. Потому что почему? Я ее не признаю. То есть все-таки между вами существует какое-то соревнование, какой-то барьер? Бывает, да. Да нет, просто как-то, не знаю, не было времени, что ли. Я учусь, она... работает, работает. Или со своими не так интересно, как с кем-то. Нет, еще. Интересно. Интересно, просто на данный момент мы еще как-то насчет этого... А вообще говорили, обсуждали, да. Были планы, будут в работе? Есть планы и... Вы. Когда вы их осуществите? Через месяц. Когда у нас конечно, наверное, мне скоро. Вот интересно. Ну вот если говорить, да, о талантах, то я знаю, что творческие люди любят помимо своего основного, скажем, направления еще какие-то пробовать. Вот, к примеру, вот у вас данный инструмент, есть еще какие-то инструменты, на которых вы играете, Нико? А, ну фортепиано у нас, я в музыкальной школе училась в Абдраевке, и там у нас фортепиано как общее, ну я вот... Люблю на нем позаниматься, джазовые вещи всякие. А почему не выбрали в качестве, так скажем, специальности? Да, специальности фортепиано. Ну, вообще, вначале родители хотели, я сама хотела, как бы, на скрипке учиться, но так получилось, что... Родители настояли. Да, на кыргызском. Здорово. Ну, а Нико, на каких языках, ой, вернее, здесь я хочу задать уже вашей сестре вопрос по поводу языков. На каких языках вообще поете? Да на разных вообще. Стараемся как бы охватить и русские композиции, да, и на английском, и на кыргызском. А можно сейчас что-то для нас акапельное исполнить? Ага. Давайте на русском языке. Хорошо. Я буду целовать твои руки. Я буду целовать твои губы, все, что есть у меня, это ты. Я буду целовать твое тело и делать все, что раньше не смела. Все, что есть у меня, это ты. Без ума счастья и боли, без ума от жизни с тобою, без ума от мыслей. Что я люблю тебя. Мы с тобой как розы шипами, любим тело граним губами, без ума смелых желаний ты и я. Мы с тобой как розы шипами, ты я. Правда, голос утром. Мне кажется, была такая блюзовая обработка этой песни, нет? Еще композицию одну хочу Джеймса Брауна исполнить, тоже по половиночке. Давайте, совсем. Как говорят, времени очень мало. Уже in English. Ага, in English. Окей. Okay. Are you ready, ladies and gentlemen? Да, конечно. Окей. This is the man's world. This is the man's world. But would it be nothing? Nothing without a woman or a girl. You see, men made the cars to take us over the road. Men made the trains to take carry heavy loads. Men made the light light to take us out of the dark. Men made the boat of all the water, like Noah made the ark. This is the man's world. But would it be nothing without a woman or a girl? Спасибо большое, девочки. Ну, Лил Севен и Нико у нас в гостях. Спасибо, что пришли, почтили нас своим присутствием этим ранним утром. Я знаю, что творческим людям все-таки тяжеловато просыпаться в такое да, время. Да, особенно мне. Голос особенно спит. Да. Ну все, желаем вам успехов, девочки. Ну что ж, дорогие телезрители, а сейчас мы предлагаем...